Евгений Григорьевич Иванов родился 26 ноября 1934 года. За многолетний добросовестный труд и высокие достижения в деле воспитания подрастающего поколения, а также огромный вклад в развитие треста башни «Нефтепромстрой» в 1978 году ему присвоено звание почетного гражданина города Нефтекамска. Труд Евгения Григорьевича был высоко оценен государством. Он является одним из двух жителей Нефтекамска, обладающих званием Героя социалистического труда.